Учебный год в Магадане стартовал без срывов. В ДДЮТ провели совещание руководителей образовательных организаций. По словам специалистов, самое сложное было организовать работу школ в условиях действия ограничительных мер, связанных с противоэпидемиологической ситуацией. Конечно, мы начинаем учебный год так, как никогда он не начинался. Мне много было непонятно, я вот Татьяне Николаевне пришел в свою родную школу, сел за стол и говорю: «Татьяна Николаевна, расскажите мне, пожалуйста, как будет выглядеть этот Армагеддон?» Это действительно Армагеддон. Это для того, чтобы составить такое расписание и учесть абсолютно все детали, и питание, и раздевалки, и спортивных залов, и технологических там кабинетов всяких, это, конечно, дорогого стоит, особенно в условиях, когда школы перегружены. Несмотря на трудности, все образовательные учреждения областного центра открылись своевременно и без нарушений. Школы с 1 сентября у нас тоже стартовали, работают в обычном режиме. Единственное, что модель организации образовательного процесса в каждом учреждении выбрана своя. В рамках встречи мэр Магадана Юрий Гришан выразил слова благодарности каждому причастному за организацию подготовки и проведение успешного старта нового учебного года.